Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о чудесном напитке капонском чае. Сам я не любитель там всяких травок, но однажды попробовал у знакомых, напиток не очень понравился. По вкусу он как хороший цейлонский чай с цветочным оттенком. По поводу пользы самого напитка в интернете написано довольно много, но лично я считаю, что это все слишком сильно преувеличено. Главная его польза – это содержание витамина С, также он не содержит кофеина. Конечно, можно приобрести иван-чай в аптеке, но назвать это капонским чаем у меня язык не поднимается. Также его можно приобрести в магазинах здорового питания. Чай там, конечно, вкусный, но цены больно уж неадекватные. А можно заготовить самостоятельно. Процесс это довольно простой и времени много не отнимает. Сбор можно вести только вдали от города и автомобильных трасс. Собирают иван-чай в период цветения с июля по август. Период цветения зависит от региона. Собирать можно только во время сухой погоды. Самый удачный период для сбора – это когда растение доцвело только наполовину. Собирать листья желательно только с середины растения. Многие, помимо листьев, используют еще и цветы. Лично я так не делаю, потому что напиток получается чересчур душистым. Одной рукой зажимаем стебель иван-чая под цветком, второй рукой проводим вдоль стебля вниз. И все листья собираются у нас в руке. Мыть иван-чай крайне нежелательно, потому что это испортит весь дальнейший процесс. Так, приступим к первому процессу ферментации. Для этого набьем плотно стеклянную банку листьями. Перебирать листья, как и я, процесс не обязательный. Но я на всякий случай это делаю, потому что может попасться какая-нибудь гусеница, а может какая-нибудь ненужная травинка или иголочка. Также я стараюсь оставлять только сочные листья. Те, которые немного пожелтели, я откидываю. Процесс довольно времязатратный, поэтому еще раз повторю, тщательно перебирать не обязательно. Банку необходимо закрыть плотно крышкой. Банку ставим на солнце примерно на сутки. Следующим этапом мы можем приступить, когда лист поменял цвет. Выглядит это при дневном освещении, как будто бы лист сварился. Листья должны издавать яблочный запах. До нужной кондиции они могут доходить от 15 до 30 часов. Но очень важно не передержать, иначе сразу можно выбрасывать. Итак, приступаем ко второму этапу ферментации. Для этого нам нужно хорошо промять лист. Это можно добиться разными способами. Я предпочитаю делать такие небольшие скрутки. Очень важно промять тщательно до образования однородной массы. Берем эти скрутки и помещаем в сухую посуду. Накрываем плотно крышкой и ставим куда-нибудь в тенек часов на 6. Важный момент, не нужно открывать крышку, пока не прошло 6 часов. Ну вот, ферментация прошла у нас успешно. Теперь нам нужно нарезать и разворошить скрутки. Лично я люблю крупный лист, поэтому режу сантиметров по 5. Не оставляйте крупных комков, иначе вы не сможете нормально высушить. Могут попадаться листочки, которые недоферментировались. Это происходит потому, что плохо скрутили. Их обычно немного, и лучше их выкинуть. Теперь лист нужно разложить тонким ковром, для того, чтобы он обсох от основной влаги. Не забывайте иногда помешивать. Дальше есть два пути. Если у вас есть сушилка, сушить лучше с ее помощью. Ставите на 55 градусов на 2 часа, и чай готов. Но вот если нету, придется сушить с помощью духовки. А это намного сложнее и опаснее. Опасность заключается в том, что чай может подгореть. Включаем духовку и выставляем минимальную температуру. Не стоит сушить сразу большое количество, а лучше понемногу и тонким слоем. Если у вас нет духовки конвекции, то нужно обязательно оставить приоткрытую дверь. Каждые 5 минут нужно обязательно помешивать. А если поднос сильно нагреется, то газ лучше выключить, пока поднос не остынет. И вот, наконец, у вас получается чудесный напиток с незабываемым ароматом – капорский чай. В отличие от обычного чая, иван-чай мгновенно не заваривается. Для того, чтобы он нормально заварился, ему необходимо минимум 10 минут. Еще одна интересная особенность этого чая – его можно заваривать 2-3 раза с одной заваркой, и чай заваривается, не теряя своих свойств. Этот чай можно заваривать проливом, так же как пуэр. Ну на этом все, всем счастливо, подписывайтесь на канал и приятного вам чаепития.